Он сказал, чтобы быстрее ехали. Опа, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, смотри, они по... А-а-а! Ты чё творишь, Андрюха? Ну вот, всё, приехали. Приехали, ребята, вы там как, живы? Всё нормально? Да, Дуда плей. Всем привет, ребятки! Мы на канале Дуда Плей, и мы находимся в BMG Drive. Так, и у нас такая ситуация, значит, студенты решили покататься на машинке, вот они сидят. Они взяли на прокат тачку, и им сказали, чтобы тачку я вернул в целости и сохранности, иначе мне придется платить большие бабки за эту тачку. А тачка, она вроде бы с виду не особо-то и ахти какая, но мы с друзьями скинулись и решили покататься. На такой тачке. Ну что, поехали? Давай, Андрюха. Газуй. Все, едем, ребята. Аккуратно только, Андрюха, едь. Потому что если мы тачку разобьем, то сказали, вообще голову снесут нам за эту тачку. Да не парься ты, Серега, все нормально. Давай, Андрюха, давай, поедем. Побольше скоростей. Ты что на красный поехал? Аккуратно. Ладош, не бойся, не кипишуй. Все будет хорошо. Тихо. Так, все, зеленый. А-а-а! Андрюха, ты как так? Ты че? Ты че творишь? Да ё-моё, ты как так вообще мог врезаться? Ё-моё, ну вроде бы, ребята, не сильно поломка такая. Давайте поедем быстренько в автомастерскую. Все сделаем нормально. Давай, как ты так в столб-то въехал? Да не парься, у меня дядя знакомый тут в автомастерской. Сейчас тачку сделаем. Все нормально. Да этот... Нам в прокате убьют нас. Да не убьют, не парься, все нормально. Сейчас поедем, подлатаем тачку. Так, ребята, все, едем. Нам нужно тачку подлатать. Едем к дяде. А где дядя находится? Ну, короче, на краю города. Поехали, я тебе покажу. Вот здесь прямо едем. Только он сегодня до обеда работает. До обеда, а сколько сейчас время? Сейчас 12. Блин, надо побыстрее. Надо спешить. 1 час остался всего лишь. Ничего, успеем, не парься. Только ты смотри, это больше не это. Аккуратно, ты не по той стороне едешь. Да я знаю, сейчас я поверну нормально. Тихо, оп, все нормально, хорошо. А то бы сейчас врезались бы, но... Давай. Да что-то машина плохо стала ехать. Ладно, едем, дядя. В мастерскую. Смотри, не врежься ни в кого. Да я знаю. Это, и давай побыстрее едь, а то опоздаем. О, подожди, а что это такое? Смотри. Здесь что, дорогу перекрыли, что ли? Ну да. Видимо, ремонты делают. Ё-моё. Придется в обход, в объезд ехать через центр. Ладно, поехали через центр. Только давай побыстрее. Так, здесь надо остановиться. Видишь, написано стоп. Давай, пропустим машину. Все, теперь поехали. Мы остановились, все нормально. Давай, почти. Тут тоже перегородили все. Ё-моё. Поехали туда. В другую сторону. Поехали. Сейчас тогда поедем. Я знаю как, короче. Прямо налево, потом там через объездную направо. Ладно, поехали. Коль тут ремонт везде. Тут все огородили, ребята. Ладно, не парься. Сейчас мы тачку все сделаем. Дядя сделает тачку. Не переживай. Только давай-то. Я дяде сейчас позвонил. Он сказал, чтобы быстрее ехали. Опа, тихо. Тихо. Смотри, они по... А-а-а! Ты чё творишь, Андрюха? Ну вот, всё, приехали. Приехали, ребята, вы там как, живы? Всё нормально? Ё-моё, чё делать, ребята? Просто на таком ровном месте мы тачку
Зафигачили. Да, студенты, получается, поехали на машине, но машинку они разбили, получается. Ремонту она навряд ли подлежит. Ох, вон Серега вылетел, аж смотри. Да, Серега вылетел, ему что-то не это самое. Нехорошо. Ну, не знаю. Надо эвакуатор вызывать, ребята. Вызывать эвакуатор, и пусть эвакуатор ремонтирует. Потому что по-другому никак. Может, даже и скорую придется вызывать. Смотри, а. Студентики-то. Все, машина-то уже не едет. Застряла. Я не знаю, почему она не едет. Сейчас я посмотрю, может, там колеса нету. А, прикинь, да у нас колесо вон оторвало. А, вон колесо лежит, прикинь, на дороге. Поэтому мы не едем без колеса. Офигеть. Серега, он, смотри, лежит как в багажнике. Ладно, ну хоть так вот немножко покатались, да, ребята? Ну, офигеть просто, просто офигеть. Ну, ребята, все нормально. Дядя приехал на эвакуаторе. Машинку отремонтировали, и наши студентики едут дальше. На следующий день уже, конечно, и они решили полихачить. Полихачить, поездить, покататься на тачке. Ну что ж, Андрюха, давай, поехали. Давай. Полихачим. Так, а ну куда поедем? Давай в объездную по через город. В городе уже не будем лихачить. Поедем здесь. Только ты, Андрюха, давай, сильно не едь-то, ё-моё. Потому что машину уже дядя уже точно ремонтировать не будет. Он сказал, что это первый раз он тебя отремонтировал бесплатно. Если ты еще раз сказал, врежешься. А, ты что там, ё? Чесанул, что ли, или что? Подожди. Фу, все нормально. Нормально. Все, едем дальше. Хорошо, Андрюха, ты давай это, а то меня дядя убьет нафиг. Да не нормально, все не ссы, все хорошо будет. Ну давай, полихачим, давай, поехали. А куда едем? Ну давай где-нибудь здесь, в объездную, я уже не хочу по городу ехать. Потому что ты неадекватный водитель. Давай здесь покатаемся немножко. Давай. Куда поедем? Ну, поехали вот здесь, через лес. Ну, поехали. Так, давай, вот этого обгоним. Детка. Ох, тихо. Чуть-чуть мою машинку не полосанули. Ты давай смотри, а то дядя сказал, больше не будет ремонтировать. А я знаю. Все хорошо будет. А-ля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 . Все, фух, нормально. Ты по своей полосе-то едь. Хорошо. Здесь, видишь, сплошная обгон, запрещен, да? Что ты переживаешь? Встречных же машин нету. Поэтому мы не врежемся точно. Я тебе обещаю. Ну хорошо, Андрюха, давай. Я в тебя верю. Так, тут я хотел поехать в магазин купить пиво. Тихо. Ты чё? Тихо, ты чё делаешь, Андрюха? Да, подожди, да нормально все. Давай. Ой, ты... В смысле? Алло! Да ё-моё! Стекло разбил! Андрюха, я тебя убью нафиг! Ты разбил стекло моей машиночки! Да все, не переживай, дядя сделает! Да в смысле? Он же тебе сказал, уже не сделает больше ремонт! Да, я попрошу, он здесь поставит стекло, чё ты паришься? Все хорошо! Небольшая там царапина! Да как, в смысле царапина? Ты... Тихо. Да, нормально. Все, давай, поехали опять к дяде. Поехали. Сейчас все будет хорошо. Куда поедем? Смотри, какие чуваки там. Врезались, да? Но неадекваты. Все, поехали опять в город. Давай, поехали. Сейчас поставим стекло, и все будет хорошо. Давай, едем в город. А ты знаешь, как в город ехать? Да, здесь по трассе, по прямой, направо. Ладно, поехали. Все, давай только побыстрее сейчас поставим стекло, и все нормально будет, не парься. Только смотри, не врежься никуда. Хорошо. Т-
ты сбавляй скорость. Тихо. Ты, ё-моё, Андрюха! Мы бампер за... засосала бампер, ё-моё, а ну назад сдавай. Надо вытащить бампер. Пластиковый, да не ты этот самый, не переживай. Да как, ты поедешь с бампером, что ли? Да, ну едет же, ну ладно. Сейчас мы отвезем и бампер, не переживай. Так, главное тут не врезаться. Все нормально, все хорошо будет. Можешь как-нибудь вытащить этот бампер? Да нет, мы сейчас привезем бампер дяде. И дядя его поставит. Давай как-нибудь его уберем. Во! Тихо. Андрюха, ты вообще сумасшедший. Давай, выезжай отсюда. Ладно, сейчас выйдем, не переживай. Там мы застряли, в натуре застряли. Слушай, Серега, что делать? Подожди. Знаешь что, давай этот, я позвоню дяде, и он этот самый на эвакуаторе приедет машинку нашу вытащить отсюда. Давай, Андрюха, ну ё-моё. Слушай, Андрюха, я тебе больше не буду давать тачку. Почему? Да потому что с тебя водитель фиговый, блин. Разбил стекло, во-первых. Я не знаю, что-то бампер потерял, и ещё и заехал в канаву, от которой фиг выйдешь. Не переживай, сейчас выйдем, нормально. Не, все, застряли, ребята. Все, вызывай, звони дяде, будем ремонтировать. Будем тачку отсюда вытаскивать. И дядя наш, он меня убьет. Да, ничего не убьет, нормально все, не ссы, все будет хорошо. Вот такая вот, ребятушки, история про студентов, которые толком ездить не научились. Да, ну ладно, позвонит Серега дяде, и дядя поможет. Ну а на этом мы серию заканчиваем, ребята. Ребятам все хорошо. Дядя приедет, отремонтирует, все сделает. Ну а ты подпишись на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И поставь лайк этому видео. Давайте соберем 10 тысяч лайков. Да, ну а также пиши приветы. Я тебе передам привет в следующем серии. Ну а так, всем пока-пока.